Привет, ребят, давно не было ТГ, точнее, как давно. Один из последних видосов, наверное, ТГ, да? Во всяком случае, сейчас будем играть, ух ты, с Денчиком. Против нас выпал Сито, правда, он играет со Смайли, я не знаю, у него, по-моему, невысокий рейд. Но они много, по идее, вместе играют. О, у нас плюс овца, Денч. Огонь. И карта Будапешт. Кстати, готы прям найс. У меня же будет куча еды. По идее. Так, ну все, поехали. Бумируем. Они, конечно, взяли тоже бун на литовцы вообще. Что за пикеры, да, Денч? Ну ничего, мы их это... Никакого, никакого интереса вообще в игре. Хотя мы, конечно, заблочили щитки. Так, ладно. Цивилизация у них сильно лучше, но у нас есть комба, которая умирает от одних этих. Хотя не, наверное, ты убиваешь, да, от сито этих плитиков. Как думаешь? Конечно, да, да. Где же моя популяция? Где моя еда? Так, пора делать сюда. Тут же еще билды тяжелые. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ребята, играем карту с двумя ТЦП, это мозг взрывается, настроение такое. Поиграть что-то необычное, думаю, сразу несколько видосов будет с Денчом. Даже если сейчас вы смотрите этот, есть большая вероятность, что уже записаны следующий видос. Так что готовьтесь. Готовьтесь к контенту. Так, мы что-то типа тимвольчика должны будем намутить. Я вот здесь закрою, там все дела. Я думаю, нам тимвол тут пригодится, у них мобильнее будут юниты. Блин, какой кайф за инка без домовтыков играть. Хорошо тебе. Блин, а мне нравится, что у меня в кабанах миллиард еды. Ты не представляешь уже, какой кайф. В какой-то момент айдла прекратились. Так, надо скаутов как-то уже собирать, наверное. Сейчас еще будем за оленями здесь бегать. Я смотрю довольно близко. Как-то я закрываюсь. Нигде, да? А, дом. Строится. Найс. Интересно, я могу какой-то супер крейзи ФК себе позволить? У меня, наверное, сито, тут два скаута. Они отступили. Скорее всего, будет объединяться. Возможно, под ранний апгрейд. И литовец будет делать просто скаутов дэнч. Надо быть готовым. Так, воду мы не играем, да? Да надо бы вообще-то на нее выходить. Хотя, ну, свою воду док можно поставить. Ты прям не хочешь? Попозже, не сразу точно. Хорошо. Так. Да, ну тут, наверное, в тебя дал штука сильная. Ну ладно. Будем надеяться, что у нас получится наша ПК, и мы не будем очень сильно отставать. Пока по счету, счет вроде бы на нас не ругается сильно. Ай-яй-яй. Домик не построен, это обидно на самом деле. Я еще, блин, креста по дурости отменил. Ой, как все печально. Так, сито хочет тут забежать скаутами, как будто бы. Мельница, когда будет построена мельница? Я
Даже будет построена мельница. Так, 21 на еде. Это тоже закрывается. Сейчас бэк озера построим док, я думаю. Мельница есть. На дереве куча велок на золото. Я выхожу. Так, давайте попробуем 4 на золоте этим ограничиться. Непонятно, сколько у меня еды. Так, бенч закрывать. Я бегу туда с палками на всякий пожарный. Опа, это смайли. И не забывай, что они смогут высаживаться, поэтому я бы в каменные стены особо бы не вкладывался. Мало ли они. Блин, а что если они будут фишбумить? Так, ладно, я пробегу, наверное. А ты до замков можешь подождать. Все, в заказике. У меня кресты много еды принесли, поэтому позволю себе такой мощный заказ. Ай, на камень надо выходить. Давайте вот сюда. Идеально. Реально идеально по еде получилось. Так, добываем камушек. Добываем камушек. Мне кажется, они не играют в феодал, они тоже ФК. Ну, я думаю, они фишбумят вполне возможно, что счет подрастает надо мной, хотя как будто бы мог бы и не подрастать. Я, кстати, скауты куда-то бегут. Так, вот там были скауты оппоненты, у них где-то открыто. Так, скауты Сиптона, это пофигу. А, наверное, тут только-только закрыло. А, дырка скаута. Нет, как же я напидел. Как нубас получается. Блин, на самом деле за год тут как будто бы можно было бы... А, тут стало много скаутов, что-то. Так, мне нужен будет барак же, правильно? Барак раз. Ага. Ага. Домики мне ломают. Мне нравятся мои домики. Так, замок я, наверное, тут ставлю. У меня тут сейчас кушать как начну. Ой, зря я еду продал, наверное. Ну да ладно. Так, сделаю вот так. Сделаем вот так, сделаем вот так. Оп-оп. Отлично. Вторую тачулю нажать. И пилу бы тоже нажать. Вот, блин. Да, вот это счет, конечно, так вырос мощно. Жалко, что он с моей стороны будет лейтиться в делать. Я могу отъехать. Денечку будет сложно мне помочь. Да, у него уже стоит замок, он уже делает лейтисов. Уф. Будет больно. Давай, Денчик, тащи. Они сейчас... Ну, запросто. Они оба тебя не могут убить, по идее. Да, у Смайли счет маловат. Хороших новостей. С хороших новостей. Ты что, ты замок не ставишь еще? А, ставишь. Ставлю. Блин, далеко ты. Там без меня будешь. Я тебе туда фиг дойду.
Надо было ближе к центру. Я второй в центре поставлю. Отлично, договорились. Так, ну я почему-то ожидаю, что он будет транспортировать ко мне, ребят. Не знаю даже, где у него там доки и так далее. О, кстати, конверт прошел на скаут, еще одного забрал. Вообще, идеально. Идеальная игра получается. Так, и получается, этот транспорт будет как раз-таки вот сюда. А что там? Лайтисы. Ой, они зайдут, Денчик, да? Ага. Жалко. Но пока не контролит, а не контролит. Ну, я, кстати, может быть, успею. Или нет, или да. Два домика нет. Хорош. Так. Ну, я вот здесь слегка выдвинулся, но как будто бы мне необходимо будет что-то другое. Чё она все отдали еще? Пешбум, пешбум, я думаю. Я думаю, там пешбум. Ой, сюда все лейтисы прибежали, мне жопа. Жопа моим хускарлам. Ой, как же там лейтис наваливал по нему. Ага, не такая жопа, как я думал. Так, ладно, еду. По еде надо настраивать экономику, плуг, все дела. 2, 3, 4. Денчик там параллельно бумит. Ладно, короче, я вроде не умираю, и надеюсь, что как-то пишешь там. Я даже зашел. Найс. Найс, 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 найс. Так, ну по счету как будто бы не фишбумит, ладно. Ага, замок ставит. Да, найс, вроде бы ты можешь отменить. Не, не отменю, но по идее много убил. Так, что-то у Сито как-то халява, мало лейтисов. Что за дела? Недостаточно жесткие билдордеры. Отлично. Че ты дальше не прошел тогда? Ну ладно. Да фиг его. Терять пока не хочется. Так давай там все сломаем. Я как-нибудь вот к этой конюшне приду. Мы ворвемся, проясним ситуацию. Ага, вот тут лейтисы бегают. Ой, сюда пришел, это плохо. Сейчас лейтисы побегут тоже сюда. Побегут. Думаю, прибегут точно. Угу. А можешь мне здание подемонтировать? Угу. Так, я нажал инкуи. 10 вилладжеров. А, и надо анархию сделать. Анархия! Да, жестко он меня здесь уже подпушивает. Нет, ладно, потом анархия. Потом анархия. Так, он все-таки зашел. Сейчас будет всего нас. Везде будет нас рейдить, Денч. Постарайся не умереть от него тоже. Я еще умру, как бы, ладно, у тебя юнит сильный. Ой, вот сюда идет замок ставить, да.
Пик-пик. Так, ну лейтис, как будто бы пока даже не элитный. Замок потихонечку ломается, да? На лейте все еще не элитный, но меня все равно очень настораживает эта ситуация. Кажется, что я могу там слегка отъехать. Нейнч, помоги мне! Yeah. На базе потом моей. А, ну сначала в центре себя отбей и заболь так, чтобы он не заходил по центру. У нас есть такая хитрая опция. Ой, а где этот сета переходит? Ой, найс, повезло, что не форвард АЦ. То мы сейчас бы там бы и остались. Так, ну что, замок упал? Наконец-то. Ты можешь вот так пушить? Да. Просто как будто бы нету особого смысла в том, чтобы отдолбиться в стены. Так. Лейтис все еще не элитный. Сито, что за дела? Конвертит. Так, а это я могу вычинить. Получается. Ой, канониров делает. Надо быстрее его пушить в центре. Надо быстрее его пушить. Ой, сюда пришел. Достроит. А я уже требуем туда. Работаю. Хорошо. Так. О, найс. Найс. Very good. Так, ну мы потихонечку передавливаем. Этот апгрейд можно сделать. Билды у меня мало, да, становится? Что-то как-то. Как же Дэнч кайфует на камаюках. Дэнч, признайся, ты кайфуешь. Можно аванпост этому вотч, пожалуйста? Ну, да, да. Найс. Так, настало время анархии. Теперь надо популяцию 210. И я в порядке. Так, где же у них экономика? Вообще, есть экономика? Элитный Пускарл. Следующее. Так, а что там, канониры были или почему-то отступил? Ну, да, канониры с замком. Давай вон туда вот, иди за мной просто, я нажал элитного Пускарла. Угу. Надо будет и провести сражение. Ну все, сколько у меня бараков? 5 бараков, более чем полностью проапгрейженного гота. Кто там еще фишбумил, смотри, Денч. Сможешь отправить? Ой-ой. Давай вот туда пойдем вместе. Элитный пуск. Должно быть все в порядке. Угу. Так, а тут давайте попробуем вернуться. Так, ну все это не должно хватать ресурсов. I don't wanna believe. What I don't believe. Так, что-то как-то он меня не сильно тут зарейдил. Сейчас мои кресты ему прояснят. Блин. Так, вот тут еще осталось. Найс, ГГ! Ну все, пропушили, получается.
Да, я так понимаю, ничего от вас не осталось, и то 2 ТЦ играл, больше не добавлял. Ну что, мы обыграли, пожалуй, одни, может быть, не самые сильные, но одни из лучших цивилизаций на этой карте. Литовец, который классно стартует, ну Гун, наверное, не сильно вписывается. Но у нас цивы были такие, весьма посредственные, комбинация с двух уникальных юнитов сработала очень даже ничего. Кстати, может быть, можно было еще осадной башни где-то попробовать тебе здесь со стенками. Ой, вообще она вон снизу открыта там. Заходи, не хочу. Блин, точно. Да, ну со скаутами у них задумка не зашла, хотя, не знаю, там, может, тоже, да, фишбумы какие-то. Нет, только литовские доки вижу. В общем, да, Сито пытался фишбумить, не зашло. Мы молодцы, спасибо за просмотр, ребят, быстрая статка. Со всех лайки, комментарии, все дела, таких ребят обыграли на такой классной карте и так быстро. Все, хорошего настроения, пока, до следующего видоса.